Здравствуйте, как дела? Вот это наша экскурсия катания на квадроциклах. Как дела, ребята? Экскурсия стоит $12 за одного человека, если будет кататься один человек на одном квадроциклах. И $15, если два человека на одном квадроциклах. Экскурсия занимается где-то 2.5 или 3 часа. Мы забираем вас с отеля. Чисто катание на квадроциклах – это 1.5 часа. И потом остановка у бедуини, там попить чай, входит в стоимость. И обратно. Обратно мы вас забираем в отеле. Мы забираем вас с отеля и привозим вам обратно в отеле. И потом вы должны с собой очки, рафатки, форма одежды это спортивный, чтобы у вас была удобнее обувь, ну, либо кроссовки, либо сандал, ну, вот это, чтобы не упадает. И вам очень нравится эта экскурсия вас катания на квадроциклах. И приятно вам отдыхи, и приятно вам экскурсия. Спасибо вам большое.